Всем привет! Сегодня вашему вниманию представляю твердотопливный котел компании Костер под названием Партнер. Линейка котлов Партнер состоит из 16-киловаттного, 24-киловаттного, и весной этого года в производство поступит котел мощностью 34 киловатта. Котел универсальный по подводу системы. Обратка и подача подсоединяются как слева, так и справа. В зависимости от подсоединения системы на противоположную сторону котла будет устанавливаться электрический ТЭН. Давайте рассмотрим котел поподробнее. Сверху у нас дверка для загрузки. Дверка легко открывается, закрывается. Внутри достаточно объемная топочка под загрузку не только угля, но и дров. На 24-киловаттном котле полезный объем топки 50 литров, в 16-киловаттном 30 литров. Кроме водяной рубашки, внутри котла присутствует жаротрубный теплообменник, что позволяет увеличить КПД котла до 77%. Нижняя дверка для прочистки. Внутри стоит защита, то есть при открывании дверки у нас зола угли не высыпется, пока мы не уберем защиту. Внизу зольничек. В зольнике у нас термометр. Термометр устанавливается на верхнюю поверхность котла. Электрический ТЭН 6 кВт. И заглушка. Заглушка интересная. В заглушке есть еще одна заглушка. Для чего это надо? Если нам требуется подсоединить регулятор тяги, это отверстие будет как раз для него. У нас есть возможность регулировать интенсивность горения либо вручную, либо установив регулятор тяги, все это будет происходить автоматически. Выход дымохода сзади. У 16 котла диаметр дымохода 115 мм, у 24-киловаттного 150 мм. Топка изготовлена из конструкционной стали 3 мм. Котел привлекателен внешне. Также покупателя обрадует цена. Вот такой интересный котел. Пожалуйста, заказывайте в нашем магазине. До свидания.